Всем привет. Продолжаем проходить Last Fate. Я тут посмотрел по карте, что в принципе мне никуда больше не попасть. Надо проходить до конца ледяную локацию. Там, скорее всего, мы и получим двойной прыжок. И с помощью него можно будет открыть уже и недоступные территории. Поехали. Ледяная локация у нас вот здесь. Я тогда, помню, ее забросил где-то. Ну, примерно вот в этом районе. Вот здесь вниз можно спуститься наверняка. И вот сюда надо идти. Хотя и тут тоже проходов полно. Ладно. Пойдем прям с самого начала ее будем обходить. Локация будет большая по-любому. Урона мне вполне хватает, чтобы здесь находиться. Да, только вы сноровки еще. Надо же, собаку с одного удара почти убил. Серьезно. Вампиризма где-нибудь найти было бы замечательно. Ну тут, наверное, такой функции просто нет в игре. Хотя, вдруг какая-то подобная магия есть. Так, давай сразу будем постепенно сохраняться, как дают, чтобы заново не бежать все это дело. Так, у нас вот здесь проход и, в принципе, все, да? Знак вопроса. Тогда убираем. Он уже больше тут не нужен. Ага, здесь была срезка у меня. И надо идти вот сюда, через верх. Ну-ка, чё выпало? Постилки Эдельвейса. А, кстати, а чё они делают? Постилки эти. Вот. А, урон от холода. Не, ну, в принципе, полезная вещь. Пригодится, может быть. Наверняка тут будет босс, который заточен прям на урон от льда. Так что все в порядке, я считаю. Ну-ка, тут стенки-то потайной нету. Ну да. Целительная инъекция. Ну ничего себе, вот это вот подарок. А я их покупаю постоянно. Так, мне еще выше, да? Еще и еще. Ну-ка, вот здесь. Нет, тут стенки нету. Жалко, нельзя прям с лестницы их рубить. Так, ну, в принципе, потом вот эти вот кусочки мы откроем, когда будет двойной прыжок, и тогда, ну, чтобы прям вся карта была вот полностью очищена, скажем так, открыта точнее. Я не знаю, зачем, конечно, это все. Так просто, для ачивки. Ага, тут у нас тетки же будут. Давай спустимся вниз, наверное. Посмотрим, что это за дверь такая. И, ойк. А здесь тогда что было? Это какая-то стенка такая подозрительная. Такое ощущение, что... Нет, туда нельзя пройти. Ну, давай здесь еще стенку проверим. Угу. Там много врагов сыпется, не всех успеваешь убить. Вот здесь, ай, точно. В игре же паузы нет. Спокойствие. Полечимся. Так, давай вот здесь посмотрим, что это за дверь. Не открывается. Я понял. А здесь? Тоже секретов никаких. Надо же, я уже 9000 собрал. Полезно иногда локации-то заново обходить. Так. Да, блин. Дайте карту посмотреть.
Я быстро. Угу. Ну, давай сходим вот до этой двери просто так. А потом поднимемся наверх. И уже будем вот в эту сторону двигаться. Подожди. А как... Сюда я попадал как-то вот отсюда, что ли? Ладно, в принципе, вот здесь точно все исследовано. Может быть, вопрос тут поставить? Вдруг двойным прыжком я что-то интересное могу открыть. Давай сначала вперед. Посмотрим, что это за дверь закрытая. Интересно, почему я не мог ее открыть? Так я сейчас могу ее открыть? У меня же этот берсерк есть, или как ее? Точно. Давай сходим, чё ж нет-то? Угу. Нерожденный. Ай-яй-яй-яй, да подожди ты, тетя. Блин, я, наверное, не дотянусь. Орать вообще было не обязательно. Ты пониже спустишься, не? О. Так. Соединили вот этот участок. Можно сюда пройти. Но здесь вопрос мы определенно убираем. Отсюда, в принципе, я могу потом раз и до сюда, вот сюда добраться. Тогда прыгаем. Прыгаем вниз, надеюсь, я не умру. Ай, чуть было не было. Но здесь я точно был. Тут какая-то способность вроде валялась. Нет. А, тут какая-то или чаша была, или что-то такое. Смутно припоминаю. Ну, в этом и есть жанр Метроидвании, так сказать, вспомнить все. Вспомнить все то, что забыл. Так, теперь... Ага. И тут еще тетки, кстати, летают. Но мне вообще по факту надо вот туда. Можно еще и здесь посмотреть. Заодно и костер. Так, ладно. Оп. Блин. Можно тут очень легко, лихо упасть. Вот этих обязательно надо убивать, иначе они прилетят просто за тобой и отгрызут тебе ноги. Подождем ее. Давай, наверное, подождем ее. Главное начать ее атаковать, чтобы она не это, не двигалась больше. Тут прям засилье зла какое-то. Эй, пониже. Женщина. Не дотянуться. Ну? О. Так, ну здесь вряд ли что-то двойным прыжком можно прям найти. Пока идем просто влево. А музыка какая спокойная. Кстати, это мне напоминает DLC к Dark Souls, по-моему, третий. Или первый, там тоже зимняя локация была. А, ну в третьем. Третий Dark Souls, точно. Там, где у нас это, тетка с косой бешеная была. Сюда, конечно, можно упасть, но очень рискованно. Давай мы, наверное, до костра все-таки дойдем. И потом здесь свалимся. Я не знаю, так просто для открытия карты. Если она откроется вообще.
Так, вот здесь тоже у нас двойной прыжок. Ставим вопрос. Долететь я не смогу. Сейчас попробуем там свалиться в той стороне. 17 тысяч на кону так-то. Ну, давай. Была, как говорится, не была. Ну да, классика. Да ладно. Я забыл на костре посидеть, серьезно. Ля. И все, короче, встали обратно. Ладно, я быстро добегаю, короче, до того момента. Бля, как мне прыжок этот настораживает. Так, все. Души я спас. А, кусок карты открыл. Так что... Давай внизу сейчас походим немного. Только обязательно надо посидеть на костре, а то сейчас заново побегу с чекпоинта. Костер-то я увидел, но забыл на него, так сказать, присесть. Так, ну давай вот в эту сторону пройдемся. Ай-яй-яй. Точно, они же убивают. Тут скользко. Ага. Ну-ка, вот так вот. Нет, тоже. Никаких стенок что-то потайных нет. Ай. Бля, все во льду, ты смотри, а. Куда они ведут-то, я не понимаю. Все вниз и вниз. Было бы замечательно именно в этом районе найти двойной прыжок. Что это? Осколок. Ну это манна. Интересно, смогу ли я потом назад вернуться. По идее, должен вроде каких-то больших спусков пока не было. Единственное, сейчас пока, в принципе, только денег жалко. Так, ну, ходов здесь пока 3. Ты делаешь перекат и тут же получаешь от сосульки урон дополнительный. Вообще отлично. Замечательно они тут поставили, конечно. Чтоб ты страдал специально. Нет, я его тут подожду. Так, а там мужик у нас, ага, с копьем. А у нас же эти ребята вроде прыгали. А, нет, это другие. Так, нет, сначала надо все тут зачистить. Потом я знаю, куда прыгать. По крайней мере, вижу. А, ну тут секретка просто какая-то. Такая маленькая. И вот еще один проход. Ага. Ладно, давай сначала ближайший, наверное, да, разобьем. Потому что это дело на время. Я забыл, как кидать. Вот. Это у нас... Ага. Что-то такое ощущение, что вот здесь и вот здесь дороги тупиковые. Ладно.
Будем идти, пока ведут. Угу. В этом-то и проблема. Сурки слишком быстро летят. Оп. 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 Все. И что же тут такого? Лунный порошок. Подожди, а что это такое? У меня он был? Да, видимо, был. На, мороз... Ну, это намазка для оружия. Понял. Ну, пойдем. Задолбали эти сосульки. Пойдем тогда в эту сторону. Вот мне кажется, что мы потом как-то наверх будем подниматься и, возможно, окажемся вот здесь. Но это не точно. Подожди, а между комнат я смогу с бомбой пробежать? Или ее где-то тут надо искать? Давай попробуем. Правда, надо полечиться, а то мало ли, если она у меня взорвется в руках. Ой. Будет печально. Нет, я не могу между комнатами с бомбой бегать. Ладно. Не исключено то, что здесь где-то и костер будет. А, ну вот он. Может, деньги слить пойти? Неплохая секреточка такая. Так, это босс. Здесь у нас босс, это я понял. Вот он даже в другой локации отмечается. Ну ладно. Давай вернемся назад. Докупим. Не ори. Так, сколько у меня? 302. А, ну ладно. Давай так. Ну еще 10. 10 возьмем. А сколько у этого мужика руды можно купить? 8. Да, ой, нифига. Что-то ценник прям кусается. Давай 2 купим. На остальное прокачаем что-нибудь. Повысить уровень, сила. Ну давай, вот как раз до 50. 664 у меня урон так-то. Угу. Прокачайте одну из характеристик до 50 уровня. Ачивка эксперт. Так, ладно. Потом мы поднимаем жизнь, наверное, до 40, да? Я не вижу смысла другие вот вещи качать. Я этим не пользуюсь просто. Ой, подожди, нужно бабки отдать это. Да, бабки нужно отдать зародыша. Я тут недавно его нашел. Так, да. Нашли 6 штук. О, еще много. Еще штук 10, не меньше. Ой, какой это? Ну да, наверное, 10. Так. Давай, наверное, еще камень возьмем один. Если мне денег хватит. Можно как вариант потом прокачать миниган. Ну, как-то так. И пули еще. А вдруг?
Вдруг я миниган прокачаю, и он мне потом как понадобится. С финальным боссом, допустим, драться. Все, поехали. Мне надо наверх. Посмотреть вот здесь, что происходит, да? Давай. Где-то рядом нужно найти бомбу. А, он вниз улетел. Но обещал вернуться. Спокойно. Ой, нифига. Вот это у меня финт был. Там такого не ожидал даже. Так, тут еще дальше локация продолжается. Так, у нас главное есть. Блин, подожди. Я там ничего не пропустил. А то тут куча полочек, но... Так, сюда никак. Рано. Вот здесь, по-моему, можно вот так пройти. Вот она. Это такая, типа, мини-срезочка какая-то. Ну и заодно, что тут? Целительная инъекция. Еще проход. Да. Так, вспомни бы, где там в самом начале этой комнаты у нас находится... Оу. Прям на шипы. Вот так. Сначала бомбу надо взорвать, а потом все остальное. Потому что она наносит урона куда больше, чем это все. Постилки для Виса. Серьезно? Я ради этой хрени? Ладно. Иногда, конечно, такой бред дают вообще. Бесполезный просто. Так, и так, так... Но это выход в соседнюю комнату. Давай вниз как-то будем заходить. Может, там что найдется? Ага. Ну, типа того. Иди сюда. Вот так. Ай, тихо, сосульки. И тут у нас кусок. Короче, в основном... Подставы какие-то тут есть. Так, теперь мне надо с одного угла комнаты добежать с бомбой вот сюда. Ну, забавно, конечно. Придумали они. Хотя, если использовать срезку и прям упасть... Ну, давай попробуем. Да, нормально. Успел. Все в порядке. Так. И здесь тоже ничего. Но должна же быть здесь какая-нибудь секретка-то. Что-то как-то вообще не густо. Так, с этим все. Теперь перемещаемся просто в другую комнату, да? Не, ну, не, локация, конечно, здоровенная просто. Но. У меня еще даже здесь не... Я особо не прошел. Ну, перед боссом мы туда сходим. Прям в остальные участки, чтобы ничего интересного не пропустить.
если к тому времени найдется двойной, бля, если к тому времени найдется двойной прыжок, тогда обойдем еще и знаки вопроса тоже перед боссом. Вдруг я себе уровень как прокачаю, когда мы ему по щам. Ну или типа того. Вот это что? Очарование серой луны. А, уникальные чары. Так, чары, чары, чары. Это у нас... Короче, у меня стоит физический урон, физическая защита. Урон от электричества, электрическая защита. Урон от крови, защита крови. И... Крит шанс 8%, крит повреждать. Давай, наверное, вместо электричества мы поставим вот это. Вот это. Критовать, чтобы он чаще мог. Эти две, в принципе, там одна, по-моему, вот насчет крови пока тоже бесполезная вещь. Пока особо не нужна тоже. Ладно. Угу. Интригующе. Так, я, наверное, вот эту дверь сейчас сзади открою. Тогда давай наверх. Да, так и есть. Эту дверь я видел. Правда, до костра тут далековато. А надо именно рычаг, да, дернуть. И что? Слушай, а не здесь ли чекпоинт-то у нас? А, нет. По-моему, или NPC какой-то. Ну ладно, нет. Так, 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 так. Ну пойдем, наверное, дальше просто смотреть вот эту локацию. В эту сторону. Потом, если что, мы просто вот эти вот кусочки обойдем. Вот здесь и вот здесь. Потом на босса. Замуровали демоны. Ну, как здорово, что у меня длинный меч. Я могу прям до всех дотянуться. Почти. Ну, несложная комната. Все? Да. Механическая бомба, постилки, полутемная руда. Слушай, я этой руды уже насобирал. Ё-моё, сколько. Вот, еще одна чашка. Их две. То есть фактически мне нужно еще две чашки, и откроется, наверное, какой-то финальный босс, если я правильно понял логику. Я вот даже не помню, где я их находил, в каких участках. По-моему, где-то с зеркалами локация была. Так, тут все, в общем-то. Давай идем до костра и потом перемещаемся вот сюда и вот сюда сходим. Подожди, а босс? А. Да, с первого взгляда как-то эта комната более оказалась запутанной, бля. Они убивают меня. Стоп, я пропустил. Я хотел к костру.
Да, бля. Это так босса спрятали прям за потаенкой, за потайной стеной какой-то там прям. Ух. Подожди, а вот здесь? Ну да. Я тут был. Так, теперь. Теперь. Вот сюда идем. Определенно не запрыгнуть, тогда двигаем вот в эту сторону. Здесь наверняка ты подохнешь сразу же, если упадешь вниз. Стой. Я вроде на костре не посидел. На всякий случай, я хочу просто упасть, попробовать, а вдруг? Как-то вот они странно тут обрывы рисуют в этой игре. Непонятно, ты умрешь в нем или это будет продолжение комнаты. Ты здесь сдохнешь. Окей. Понял. Хорошо, что так. Бля, вот эти демоны дохнут с одного раза, летающие. Но... Но урона они много наносят, если попадают в тебя. Подожди, это все? Нет, это не все. Ай-яй-яй, быстрей. Ух, вырвался. Давай, добивание. Раз уж это падла столько мне крови попила, давай. Крылышки ему оторвем. Так, еще можно вот сюда сходить. А здесь у меня, по-моему, ничего. А, вот. Это блестяшка. Берем. Что делать? Морозная бомба. Не думаю, что они нам пригодятся, вообще, эти бомбы. Но. Какая может быть. Тихо, да, сейчас я умру сейчас. Еще. Да блин, дайте полечиться. Какая же долгая анимация у этого. У аптечки. Так, это все, да? Ладно, отбились. Куда-то ведут прям. А, еще одна чашка, серьезно? А я думал, они зажигаются как-то с каждую локацию. Ну ладно, это, видимо, в одной локации надо эти 4 чашки зажечь. Ну, дай-ка угадаю, тогда следующая будет где-то вот тут. Возвращаемся. Ладно, хоть бежать далеко. Эй, душу отдайте. Бля. Да просто со всех сторон. Ай, тихо. 17 тысяч на кону. Хитро комната сделана. Если двойного прыжка нету, то ты обязательно упадешь именно в пропасть.
Интересно, а что делают эти чашки, когда ты их зажжешь все? Ну, в смысле, включишь. Так. Короче, в этой части все, да? Поднимаемся наверх и топаем вот в ту сторону. Ну, потом босс. И, в принципе, все. Больше особо, в принципе, вопросов по этой локации нет. Вот здесь я тогда вперед добежал. Но ничего подобного, ну, как бы... Я думал то, что босс именно вот через этот разрушенную... Через разрушенную колокольню. Я думал, что босс здесь, прям как... Где же? Кастельвания, Symphony of the Night. Ощущение, что вот здесь тоже можно подняться. Прям наверх этой башни. Вот в этой точке. Да, можно. А зачем? Ясно. Блестяшка. Ну и, короче, все. Ты не знаешь, для чего они нарисовали прям вот этот уступ. Ну, в смысле, колокольню целую. Манной вообще не пользуюсь. Бля, какие куски просто отрывают от него. Он вообще в шоке просто. Легко. Ампула, полутемная руда. И все, да? Я думал, дадут чего вкусного. А тут не очень вкусно. Вот наверх вообще ползу. Хотя разрабы, наверное, предполагали то, что ты будешь кататься по этому льду и прямо на эти, на атаку нарываешься. Вот типа того. Так. Но здесь прям без перчаток и рывка вообще ничего не сделаешь. Наверное, я вовремя в этой локации оказался. Это ведут куда-то, непонятно. Так. Там даже наверху-то и нет ничего. Такое ощущение, что куда-то наверх заворачивает локация. Ай. Надо поточнее прыгать. Этот гаденыш прям тут меня ждал. Так, долечу, не долечу. Сюда. А, не зацепиться. Зачем я попал к нему? Серьезно? Анимация в воздухе проигрывалась. Забавно. Да ё-моё.
почему сюда не до... А. Тут и двойной прыжок нужен. И потом... Вот здесь. Двойной прыжок и рывок одновременно. Короче, вопрос ставим. А вот сюда. А. Ощущение, что тут тоже что-то есть. Вот не зря этот... здесь какая-то, какой-то участок прям. Ну, смысл им два куска льда рисовать. И ну, вот это вот, шипы и сосульку. Просто так, чтобы... Хотя... Локация цвет не изменим, не изменит, к боссу не пойдем. Что они начинают с этим платформингом опять душить. Наверх поднимаемся, да? И тут не дотянуться. Как снизу тогда? А, придется снизу обходить. А, и тут хитрый прыжок тоже опять этот дурацкий. Это подпрыгнуть к стенке, потом от нее как-то рывок. Вот так вот. И этот урод тут ходит тоже неспроста, чтобы тебя, если что, скинуть сразу же. Тут все посчитано. Так. Ай-яй-яй. Так, тетя, давай, давай. Блин. Давай-ка вниз. Зачем это здесь? А, тут блестяшка, точно. Берем. Ладно, хоть назад можно вернуться. Без всяких вот этих вот выкрутас. Так, 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 так. Давай отсюда, сюда. Слушай, ну тут без рывка вообще никак. Ну и все вроде. Да, там я был. Я забываю стенки проверять. Ага. Опять две стороны. Ну-ка. Ничего себе, не придумали. Правда, положили какую-то херню, серьезно. Ощущение, что туда надо снизу как-то попадать. Давай проверим, что можно сделать. Ага. Коробку эту толкаем, короче, до конца. Здорово, Валь. Коробку там толкаем до конца, чтобы подняться просто на этой, да, на лестнице. Окей. Я опять 29 тысяч собрал.
Вот прямо сейчас качаться, не перекачаться можно. Но силу я пока вливать не буду, можно просто себе уровень поднять. Жизни, количество добавить. Потом уже на босса идти, вариант. Одна срезка есть. Подожди. Как-то она подозрительная комната. Xbox серия X будет лучше, чем PlayStation 5, тем, что дешевле подписка. Дешевле игры, легко купить подписку. Это мой вывод. Ну, смотри. Xbox Series X тебе предлагает за небольшую сумму старые игры, которым уже по 10 лет, а то и больше. Электрообогреватель, да, много энергии жрет, но больше жрет тепловая пушка. Вот. Xbox предлагает тебе недорогую подписку с дешевыми играми. Плойка 5 тоже предлагает эту подписку. Правда, там вообще еще хуже игры. Но вся фишка подписок вообще, по идее, чтобы ты онлайн просто мог играть. И все. И там игры дорогие. На Xbox игр новых, ну, прям эксклюзивных каких-то там, что-то такое, ну, не очень много выходит. Но, в принципе, сейчас самая актуальная платформа, самая адекватная, это ПК. Потому что на ПК ты можешь поиграть во все. Единственное, что... ты не можешь поиграть God of War Ragnarok, если у тебя ПК. Но его тоже скоро портируют. Надо просто подождать. Я не думаю, то, что надо прям столько денег вливать. Ну, консоль же, сам знаешь, да? Сначала платишь мало, потом в итоге ты отдаешь денег много. Можно за эти бабки и комп собрать. Подписка на блоке стоит 10 015, на Xbox 4 000 на 12 месяцев. Ну слушай, я сегодня вот читал в новостях, короче, тут турецкий аккаунт кто-то купил, типа, и вот через Турцию покупал подписку на PS Store, и там, типа, горит цена, как раньше была, до подорожания. То есть это получается на наши там что-то 3-4 тысячи. Я подписку вообще покупал один раз на четвертую плойку. Я бы не сказал, что это прям великая такая вещь. Угу. Я, короче, срезку открыл, чтобы туда не попасть. А, нет, смотри-ка, запрыгнул. Я играю на ПК в Alan Wake 2. Игра просто сногсшибательная. Советую тебе тоже пройти. Ну, слушай... Говорят, что она скучная. Кому как, короче, как обычно. Не знаю, будет время, может, пройду. Сейчас пока не тороплюсь. Может, как-нибудь просто решу там видеокарту, ну, обновить. И заодно и Alan Wake поиграю. Я в этом плане, ну, никак бы не тороплюсь. Игра, если что-то не проходится, не идет, еще какие-то проблемы. Ничего страшного, поиграем просто в другую игру. Вот и все. Ну да, ты говорил про Xbox Series X, потом продал через 3 месяца. Да, говорил. Series S, она, скажем так, сделана, ну, как бы, совсем бюджетно. Даже некоторые игры на нее не выходят, просто потому что, типа, она не тянет. Вот скорее, если ты хочешь поиграть в какие-то старенькие игры через подписку, но, типа, у тебя нет компа, допустим, или тебе, ай-яй-яй-яй-яй, влом с эмуляторами заморачиваться и так далее, тогда Series S самое то. Консоль недорогая, много там не требует. Купил консоль, париться не хочешь, вот возьми себе там подписку и нормально будет. А так, Xbox это всегда же был тот же самый ПК. Как ни крути. С
все эти эксклюзивы можно, ну, то, что есть на Xbox, это все можно купить на торренте, в Steam, бесплатно. Зачем за это платить? Графон получше и объем на 1 терабайт. Ну, сейчас жесткий диск на комп 1 терабайт копейки стоит. Детская — это урезанная версия Xbox. С худшей графикой и так далее. Она поэтому и дешевле в 2 раза. Это вот если ты не хочешь париться, хочешь себе просто консоль, которую вот взял геймпад, сел на диван и все. Ну, заплатил за подписку и просто выбрал что-нибудь старенькое, типа там Dead Space 2, допустим, какого там 9 или 13 года игру, которую уже 10 лет на секундочку. Вот, и просто поиграл в нее, как бы. Там в геймпассе очень мало игр новых добавляют. Ну, есть, конечно, исключения. Но опять же, если у тебя есть комп, зачем тебе этот геймпасс даже нужен? Все есть на зеленом сайте. Ну, не прямо таки все, но то, что есть. Опять же, таких сайтов полно, на которых можно скачать игру. Если нет, уж прям нужен тебе онлайн, берешь Steam, открываешь, скидки регулярно в Steam, и все. Ну, я помню, Ryzen 3600, не жалуюсь, очень доволен, трассировка работает плохо, как включу, то тормозит, лагает, играть невозможно. Так это ты про что? Что конкретно у тебя лагает? Alan Wake 2? Вообще трассировка... Я так вот всегда эту трассировку, во-первых, выключаю. Если этот, как он, вертикальную синхронизацию я тоже отключаю. И по мне так лучше 60 FPS с пониженной графикой, чем ультра настройки, но лаги и фризы. Какая видюшка-то? Скажем так, бюджетный вариант из новых серий. Точнее, это даже, ну, среднячок. Это бюджетный среднячок. Но видеокарта вполне нормально. Если игра хорошо оптимизирована, и не это. Если игра хорошо оптимизирована и разработчики не зажрались, типа, как, кстати, как в Alan Wake 2, допустим. Или Callisto Protocol. Если разработчики по требованиям не зажрались, то все потянет еще несколько лет. Ребята вон и на 1060 сидят, и нормально себя чувствуют. Пока не собираются даже особо апгрейды какие-то. На минималках, если тянет, если ты не графодрочер, как бы, то почему бы и нет? Зачем переплачивать бабло, там, я не знаю. Откладывай потихоньку и... И все, будет нормально. Потом взять какую-нибудь. Ну, типа, я бы вот, знаешь, как менял видеокарты. Допустим, есть у меня 1070, то я следующую куплю 4070, допустим. Вот примерно такой разбег, чтобы был. А так между ними, ну, смысл тратиться лишний раз. По сути, шило на мыло, по большому счету. Потом же будут 50-е серии в скором времени, через пару лет, там, я не знаю. И уже 4070 будет дешевле стоить. Ну, ты имеешь в виду воздушные пушки или кондиционеры? Воздушные пушки, они как бы кислород поглощают и больше электричества жрут, чем масляные обогреватели. Нет такого понятия «домовой обогреватель». Есть масляные радиаторы, есть эти конвекторные. По-моему, так они, да, различные? Ну, не суть, короче. Воздушные пушки и масляные обогреватели. Масляные самые практичные, короче говоря, потому что они много электроэнергии, ну, меньше потребляют электроэнергии. И не так жрут кислород. А вот от воздушной пушки, вот у меня, допустим, есть камин, да, ну, электрический. Его включаешь... Он комнату быстро обогревает. Но
также быстро сжирает кислород, потом голова болит. От масляного обогревателя такого нет. Он просто будет у тебя потихоньку работать и нормально. Вот у нас сейчас сколько? Минус 27 на улице. Вот. У меня весь день обогреватель работает. И ничего, нормально. Так, нашел я косу. Коса раздела. Изначально созданная для полного уничтожения смертных. После заражения и появления хладных косы стали завозиться в деревню Эль-Виниль. Многие из них попали в руки служителей прихода Юнос, которые благословили их и их использовали для своих целей. Однако в мире остались и оригинальные косы, способные вырвать сердца, пораженные Некруксом. Ну вот, я тебе говорю то, что масляные обогреватели, по-моему, ну, самый норм. Давай глянем, что это такое. Коса. От чего она скалируется? Сила. Е. Ловкость. С. Но если я найду, типа, чертеж... Ну давай ее поставим. Просто побаловаться. Коса так-то забавная штука. У нее урон быстрее. По длине я бы не сказал, конечно, что-то там. Ой. Это мувсет у нее немножко странный. Ладно. Там две красные кнопки в обогревателе. Одна кнопка с одной чертой, вторая с двумя чертами. Так, мне что-то... Ну, сердечки девчате мешают. Что там? А, обои включать. Ну, мощность у тебя. Либо половинка, это одна черточка. Если две черточки, то полная мощность. Обычно так. Так, да тут в принципе и все. Короче, я сюда шел за косой. Ну, в общем, коса такое себе. Давай теперь в эту сторону сходим. Это все что ли? Да ладно. А нет, вот еще проход же. Кстати, вот я сюда хотел сходить и посмотреть. Подожди. Я хотел сходить и посмотреть насчет чертежа. Этот чертеж может прокачивать еще раз твое оружие? Или нет? СУ ради прикола, конечно, можно сейчас прокачать. Бам-бам-бам, где она? Вот она. Мне вот интересно то, что она скалируется от силы буквой Е. Качаем. Два. Чертеж прототипа, кстати. А, смотри, что делают. Она сначала скалируется от силы буквой Е, а потом перепрыгивает на букву Д вообще. Странно. Ну вот я планирую попозже. Может быть после Нового года. Ну там посмотрим. Может быть где-нибудь в марте там что-то такое. Короче, свободные 1080 появятся. Я буду брать, да, 4070. Так, в принципе, что еще? Камень вроде нормальный, остальное все есть. Ну, может быть, как-нибудь там еще этот какого.
Процессор поменяю. Просто, ну, типа, максимальный какой-нибудь, топовый, чтобы про него забыть вообще потом. Но сначала хочу на видео куда накопить. И тоже на года 3-4, наверное, забыть про это дело. Посмотрим, как пойдет. Так. Что-то они с косой пытаются меня надуть, по-моему. .365 меч. Здесь 213. Но оперативку не обязательно менять для 40 Ti. Ты можешь просто видеокарту поставить и все. Можешь оперативку хоть 2 гигабайта поставить. Главное, чтобы она подходила вот эта вот DDR разрядность. Наверное, так. Кулер, ну, с охлаждением возможно придется подзапариться. Хотя кулера у меня вроде нормальные. Вот там, ну, возможно, блок питания. Если ты берешь видеокарту, то не значит, что тебе надо заново весь системник перебирать. Как бы половину больше запчастей и так подойдет. Но если она будет не влезать в корпус, то как бы он стоит недорого. Но я не думаю, что она не поместится в мой корпус. Он у меня как бы не этот, ну, не уменьшенная версия. Есть же такие корпуса, короче, прям очень децельные. Они прям совсем крошечные, короче, прям. Все, ворзать? Что значит ворзать, Василий? Корпус продуваемый. Если проблема со старым корпусом будет серьезно, я просто это дырок там насверлю нахрен, да и все, пусть он продувается. Warzone. А что за Warzone? А, это этот какого? Какая-то онлайновая игра, что ли? Я не любитель онлайновой игры. Я бы в Вальхейм, может быть, побегал. Или в Deep Rock Galactic. Либо заливать. Ты уже прям готов. Посмотрим. Так, деэскалирование. Вот уроды, а. Качай. Пухер, короче. Падла, она, короче, из силы переместилась на ловкость. Все, я больше не хочу на нее ничего тратить. Вот в чем фишка косы. А по сути, короче говоря, если ты ее прям вкачаешь вот до такого же уровня. Тут 4, тут 5. Она не очень-то прям дамажная будет. Вот тут чистый урон от силы. Вот прям гадалки не ходи. 365 плюс 438. То есть, если я хорошенько мечом тресну вот этим вот, пусть он медленнее бьет. Ну, там миллисекунды какие-то. То я нанесу 700 урона. А если я тресну косой, то это в лучшем случае 300. Отсоси, как говорится, у тракториста. И то, с учетом того, то, что я возьму и все свои эти способности, чего делать, по-моему, в этой игре нельзя, переброшу в ловкость. То есть мне еще ловкости надо урона, этот уровень 50 вкачать. Да сейчас, короче говоря, и все, я с косой больше не парюсь. Лучше бы он миниган прокачал. Больше бы пользы, наверное, было. Предметы. Давай. Я примерно столько камней только что потратил. Развод, короче говоря, с этой косой полнейший. Херня. Итак. Где-то я закончил. Вот тут. Ну, давай. Проклятые развалины крепости Оссесус какой-то. Наверное, у меня тоже ловкости маловато было. Ну да, то мало ли ты немножко без ног останешься. И сам останешься без ног, и деда заодно оставишь.
Я бы тоже, наверное, это. Ну, ты, я так понял, про детство рассказываешь, да? Я бы тоже в детстве, наверное, очканул бы косой пользоваться. Мало ли что. Так, это уже опять новая локация. Короче, к боссу пошли. Ёпты. Короче, к боссу пошли. Я будем босса тренировать. А потом все остальное. Я ж немножко забыл, где этот Гена Бобков сидит. Озеро Лунной Тени. Чё орать-то? О, мы ж таких уже видели. Только он это, какой-то был. Другой немножко. Но похоже. У него тут ультра-атак. Вон я ему по 600 сношу. По 700, да, наверное, где-то так. Это с учетом крита. Дыхнул тут чем-то на меня. Ай-яй-яй. Это он психанул, походу. Бля, давайте не будет у него второй фазы. Ну, типа, вообще на изи тогда. Мистер этот улетит. Тихо, не жадничай. Понял, война. Аккуратно себя ведем. Так у тебя там этот, как его, у тебя же там сполохи рядом. Что переживать? Все, босс отъехал. Воу. Погибель звездного света. Дитя скверно уничтожен. И чего? Полярный клинок Иллигарта. Клинок изготовлен из уникального сплава и звездной пыли, любимое оружие жителей некогда величественной крепости. Ходят слухи, что ее стены манили к Нова Элларис. Сейчас же она лежит в руинах. Этот клинок использовали в небесных ритуалах, позволяя мастеру силы звездной пыли раскрыть ее секреты. Для этого его нужно было всадить в голову проклятой твари. А, так этот получается... Дракон ходил с этим мечом в башке. Плюс 22 тысячи. И чё? Сила, ловкость, разум. Это вот эти вот все три пункта ты поднимаешь, и тогда у тебя этот меч будет бить с уроном на мороз. И все. Короче, будет бить сильно, но аккуратно, да? Такое себе. Да. Быстрые атаки, но толку не особо. Это надо прям в течение всей игры вот эти все три навыка поднимать до 50, чтобы посмотреть хотя бы. Посмотреть, как работает этот меч. Но я не думаю, что с него прям можно что-то максимальное выжать такого интересного. Так, что же тут? Очарование полной луны, но это чары. Чары, чары. Вот это. Урон от холода, защита от холода, сопротивление замораживанию. Тут на кровь. Тут электричество. По-моему, яд еще должен быть по логике вещей. Но это не точно. Ну, давай на холод поставим пока что. Пока я в этой локации кручусь. Кручусь, верчусь, запутать тебя хочусь. Все. Босс оказался проще, чем я думал.
Где? А, вот оно, наверх, наверх. Вот сюда мне надо портануться. В синюю локу пойдем. Ну, в синей этой локации, надеюсь. Да тут мне двойной прыжок. Так, я в прошлый раз на камни все потратил. Вернемся. Прокачаться-то надо тоже. Сколько меня сбили с этой какого? С этой косой. Сразу три уровня чик. Добротно. В общем, что коса, что меньше штуки, может быть и забавные, но это прям надо твердо знать, что ты качаешь в течение всей игры. Две. Но я не уверен, то что я еще это. Эй, кто меня мудохает? Не понял. Короче, пока пурга, я получаю урон. Ишь ты. Придумали что. Бля, ну придется пилюрки какие-то трескать, я не знаю. Иди сюда. Хотя аптечек, в принципе, вполне хватает тут пока находиться. Так, ай-на-не-на-не. Тут, короче говоря, мне нужен опять двойной прыжок. Давай вопрос тут бахнем. Хотя я, возможно, там по этой, как его, по цепочке заберусь. Я прям видел эту цепь там. Тихо. Что такое? Ебать, Тлюси. Новая локация в новой локации, серьезно. Так. И все. И я не допрыгну. Тогда и здесь тогда вопрос ставим. Вопрос ребром. Не достать. Вообще не вариант. Ладно, пошли вниз. Значит, скоро должен быть выдан прыжок, да бля. Скоро должен мне быть выдан этот прыжок двойной, потому что, ну а как иначе-то? Как они тогда предлагают эту локацию проходить? Если что, я буду даже в замешательстве, потому что у меня, в принципе, больше идти некуда. Везде вот все метки, которые у меня остались, они все с двойным прыжком. Сейчас еще стенки попинаю. Оп. Оп. Понятно. Ага. Мы тогда здесь это недоразумение убираем. Еще проход. Ага. Тогда и здесь мы эти вопросы убираем. Хорошо, давай заходи. Длительная инъекция. То есть я жопу тут морщил ради двух аптечек за сколько там, 60 душ? Или сколько они там? 80 стоят? Да.
Ну, забавно, они сделали локацию, то, что прям метель, когда бьет, то это получаешь урон, ну, либо заморозку. Можно, конечно, пилюльки жрать, но у меня столько этих пилюлек нету. Да, и тут долететь тоже не вариант. Так, тогда... Это вот здесь же? Ставим вопрос. А эта дверь вообще под замками. Но ее возможно как-то открыть. Сейчас посмотрим, надо ближе подойти. Неплохо то, что я еще, кстати, эти чары одел. Зацепился. Я сейчас кубик сюда притащу. Мне кажется, или чаще мороз начал налетать на меня. Так, и чего? А, вот сюда заходим, чтобы подняться выше. Но еще есть проход вниз. Ну, интересно сделана локация с этими дверями. А что это такое? Вот... А, точно, это падла! Подожди, не ешь меня. Я помню этих врагов, она лютая тварь просто. Спокойно. Чё, право, лево? Блин, они как-то путать начинают, по-моему. Что это такое? Записка нового астрономи. Истина все ближе, но она неосязаема. Два глаза, вырванные у того, кому было неспослано провидение. Это единственный способ увидеть голую правду сквозь толпу ненависти и скверны. И секретная комната. Вообще ничего нет. Ну, хотя бы тут нет проходов наверху, в правом верхнем углу комнаты. Как это было в Hollow Knight. Там прям нужно было всю стенку прочесывать. Желательно. В этом деле попроще. Тихо. Я уже забыл немного, как с некоторыми врагами-то драться. Всю локацию заново. Бля, почти. Твою мать. Вот так. Отлично. Да. По идее, я должен это быстро пройти, но все равно, конечно, обидно. Только тащиться, чтобы сдохнуть в одной комнате. Отвали вообще. И вы тоже идите все в жопу. А был бы прыжок, все бы это быстрее бы куда было. Так, нет, это комната, ай-яй-яй. Надо чистить. Я паровоз, короче, собрал за собой. Ну, тресни ты куда-нибудь-то через текстуры. Ладно, сойдет. Это мы тоже не берем. Я
заходим. Так, души надо спасать. Хотя, подожди. Все, наверх проход. Не, надо в ту комнату идти, где я умер. Умер-бумер, короче говоря. Это все тоже чистим. Главное до той комнаты добраться. А вот это... С этой теткой я вообще не связываюсь. Пока что. Давайте, закрывайте меня. Да я не успеваю. Быстрее лечись. Еще. Все, уже лучше. Так, щупальцы вроде врагами не были. Но ее не появляется тут. Давай так сделаем. Хотя не дорого. Ну, в смысле дорого? Я о том, что, ну, урона мало, а патронов тратится много. Все? Ради бомбы и двух аптечек закрыли меня в этой комнате. Но тут есть, наверное, еще кое-что. А, нет. За отстой вообще. А вот еще проход. Я даже знаю, где я сейчас появлюсь. Приятного аппетита. Я знаю. Как раз та самая комната. Да я попасть не мог. Ладно, что ж, берем. Ничего себе, они как замутили. Спустя столько времени. Ты оказываешься в этой комнате. The Pass Black Hole. Некогда носил этот герб, чтобы использовать свою силу во время исследований, но он был утрачен после того, как все Black Hole были таинственным образом убиты. Warzone это типа Call of Duty, да? Или типа Counter-Strike. Так а что это за этот? Ну-ка. Чего мне дали-то? Что это такое? Раскрывает тайну, сокрытую в глубинах. Что ж за тайна-то такая, где эти глубины искать? Металл, лед переплетены, уникальны. Больное потомство. Каменный щит. Ранен, пал, древние пятна. Лунный свет не видим. Глаза следят незаметно. Ищу взгляд, тени рассеяны. Я думаю, что это подсказка, как драться с боссом, возможно. Не знаю. А почему теперь черепа у меня перед глазами? Может быть, мне вниз надо спуститься? Меня эти черепа куда-то ведут. Очень интересно. Еще дальше ведут. Тетя, у меня прыжка-то нет.
Вы уж извините. Так, тут... Вот здесь меч поставим. Я не знаю, куда они меня притащили, но очень интригующе. Так. Может, эту дверь еще проверить? Я там был, но не помню, для чего она. Наверняка еще есть такая штука. Если пробежаться заново по всем локациям. Ты, может быть, какого-то NPC встретишь еще. Так. Мне надо наверх. Я хочу вернуться обратно. Эй. Ощущение, что у меня эти черепа. А, видимо, от тетки до тетки они просто тебя ведут. Оригинально. Все, она исчезла. Ладно, понял. Главное, что я отметил. Там как повезет. Так. Теперь поднимаемся наверх. Я, наверное, никогда к ней не привыкну. Ее только вот так, наверное, можно обмануть. Так, а с той стороны я, с той стороны я был. Так, сейчас эти великие прыжки надо совершать. Как быть? Во. Самой последней точке надо сделать удар. Так, а тут этот прыжок хитрый. Любят они его. Тут только двойной прыжок. Метим ящичком каким-то. Так, подожди. У нас здесь проход, у нас там проход. Давай туда тогда. А я тут же никого не убивал, точно. В этом-то и есть прикол. Это локации эти надо чистить постоянно. Потом это тебе дороже будет. Допрыгну, не? Да, долетел. Ключ нужен какой-то. Ладно, дверь хотя бы отмечена вопросом. Если что, как-нибудь доберемся. Дайте уже двойной прыжок, а. Задолбали, честное слово. Такие нюансы
Блин, пропускаешь просто. Уже ключ нужен. Ой, я того вообще не заметил. Так. Пойдем, наверное, по низу как-то. Давненько не было костра. О, три печати надо открыть. Я прям вижу. Короче, мне надо 6 лечилок, аптечек растянуть. Вообще замерз. О, наконец. Ключ мастер Тельневиля. Хладные палаты, которые открывают этот ключ, населены потерянными голосами, которые видели эту трагедию собственными глазами. И теперь непокорный звездорожденный восстал из пепла этой катастрофы, чтобы слеснуться с церковью во имя прихода новый, которого поддерживает эфирный покровитель. Спасибо, я ничего не понял вообще. Давай, мужик. Я слышал шепот тени, они преследовали меня. Слуги смерти, звездорожденные, мучители несчастных душ, забравшие моего бедного ребенка, мои враги. Нет, я здесь не останусь. Я должен бороться против своих преследователей. Найди того, кто вечно работает, вершит бесконечный цикл. Они служат самой смерти, но больше я не буду их жертвой. Я стану охотником. Скорби здесь не место. Я должен найти путь туда, где покоятся остальные. Я обману тех, кто окутан серостью, безжалостных, жестоких существ, прячущихся в тенях луны и питающихся тем, что поглощает их самих. Они не найдут ни меня, ни мои товары. Я постараюсь избежать гибели от самого жестокого оружия. Нужно ли тебе восполнить запасы? А что у тебя есть, мужчина? Короче, у него все ограничено. Давай мы его отметим. Я должен продолжить охоту. Надежный источник рассказал мне о сокровищах в гробницах. Они там мне и нужны. Мертвецы постоянно напоминали им, почему они умерли, незримо присутствуя рядом. Смотрели на них, насмехались над ними. Я чувствую, как меня к ним манит. Не ходи среди могил. Боюсь, добром это не кончится. Я буду делать все, что должно ради моей цели, ради моей дочери. Я оставлю тебя сейчас. Обязательно прислушайтесь к собственным советам. Ладно, здесь я сохранился. Давай, наверное, портируемся. Прокачаемся, чтобы не тратить лишний раз душ. Не рисковать. И потом нужно вернуться назад в первую дверь, которую я нашел. И оттуда начинать обходить. Это где-то тут. Ну, мужик так или иначе здесь останется. Ладно, пока я на костре, у меня хотя бы урон не будет поступать. Давай, прервемся. 3 минуты, сейчас я подойду.
Полетели дальше. Так. Назад надо. Самые первые двери. Огромная локация. Скорее всего, она финальная. Ну или ближе к тому. А я здесь что, никого не убивал? А, они появились просто. Так. Я все-таки дойду до первой двери. Открыто. Дойдем до первой двери, короче, которая появилась. А. Быстрей. Все, я успел. А чё он эти шипы на пол не наложил? Где эта дверь-то? А, вот. Она не тут, она дальше. Точно, я же здесь ящик толкал. Спокойно. Эй. Заходим. Оп, я успел. Так. Постилки, понятно. Бесполезно. Комната в комнате и так далее. А, ну это первая печать, короче. Хорошо. Значит, таких дверей будет 3 штуки. А, нет. Их будет 5 или 4, что-то я там не рассмотрел. Ну, больше 3, это точно. Ладно, хоть комнатки маленькие. Угу. Следующая дверь. Блин, непонятно. Я уже начинаю ненавидеть эту комнату из-за вот этого прыжка. Так, сейчас налево. Вот. И ниже будет дверь. Куда я не заходил. Но она, скорее всего, с печатью.
Тут он. Нет, здесь все. Там же я печать открыл, точно. Теперь надо вот сюда, наверное. Тут не вариант, тут как-то через верх, серьезно. Ай, тихо, тетя. Ну, давай, короче, здесь поставлю пока вопрос. Надо сюда идти. Подожди, а тут-то как наверх надо попасть? Не, по-любому, где-то должен быть уже рядом двойной прыжок. Задолбали со своим льдом. Ну, вот серьезно. Локацию заново. А, ну почти. Так, подожди, я тут летел просто сломя голову. Ну, интересно, здесь тогда нельзя наверх. Но это все вот так соединяется. Там еще душ я оставил прилично. Я хочу посмотреть, почему я не мог попасть. Вот отсюда. Бля, врагов просто толпа, я не знаю. Они прям душат табуном. Так, тут двойной прыжок, это определенно. Да, отвалите. Все. Ага, вот здесь я не мог запрыгнуть. Это тоже через верх. Что-то вся локация такая. У меня уже вопросы закончились на карте. Вообще не удивлен, почему я тут подох. Три врага одновременно. Да ё. Один тебя замораживает, второй лучом мочит и все. И нормально. Что тут? Бля, когда прыжок дадут? Еще дальше, короче, надо пройти. Интересно, сколько же я бы урона питал, если бы у меня этих чар не было на заморозку. Не откроется. Ладно. О, вовремя я подпрыгнул. Сейчас она бы у меня... За нее 1000 дают, ничего себе. Серьезная тетя. Опять постилки. А когда прыжок? Теперь мы возвращаемся назад. Ах, подожди, это еще выше. А я не знаю, куда мне это приведет. Короче, ладно, пошли, короче, тогда в эту сторону. Ага, вот она, одна печать.
Срезка получается. Ну такая. Не очень большая. Еще две печати осталось. Причем я их непоследовательно открываю. Короче, я уже запутался, вот я что могу сказать. Так, вот это можно убрать, а вот здесь я был или нет? Подожди. Кажется, я вот сюда не зашел. Тут одна из печатей будет. Жесть какая-то, просто лабиринт. Играл на такой большой участок. Только один костер. Делай, что хочешь. Не получилось, беги заново. Так, вот здесь тупиковая, скорее всего, комната. Ну да, печать. Еще одна осталась. На всякий. Ладно, я хотя бы успел. Как тут не запутаться, я не знаю вообще. Ты из одной комнаты заходишь в другую, в третью, потом в четвертую. Все, я понял, короче, где я. Ух, сейчас мозг вскипит просто. Я только по этой лестнице узнал то, что я там был. Так, ну теперь в самый край нужно идти. До упора. Вот сюда, ну. А, вот я еще наверху тут не был. С хитрым прыжком. Понял. Я здесь? Да, я сюда заходил. А как сюда добраться? Ясно. Ставим вопрос. Тут тоже двойной прыжок нужен. Но этот участок прям весь про вот эти вот лабиринты, чтобы прыгать дважды уметь. Да, и здесь тоже двойной. Давай так. Если бы не метки, можно было бы тут просто с ума сойти, короче.
Подожди. Все. Разморозился. Да, если бы не метки, тут можно просто было бы очень сильно запутаться. Так, ну да. Получается, я должен сейчас упасть в районе первого вопроса. Все. Разобрались. Стой. Было, не было. Все, короче, понятно, что к чему. Ай. Где мужик? Вот тут сидит. Да. Сейчас босс будет. Давай-ка мы прокачаемся. Сейчас у меня быстро все души отнимут. Уровень, да? Вот так. Жизнь нужно поднять до 50-го, и потом, в принципе, можно просто баловаться и качать силу. Красе. На 40 аптечек хватило. Неплохо. Так, а где этот мужик? Вот здесь. Да, может, он что нового скажет, что навряд ли, конечно, но возможно. Нет, ничего не скажет. Звездорожденный ночной охотник. О, у него этот как его? У него такая же плетка, как у меня, только она, скорее всего, с уроном на лед. Куски я от него знатные, конечно, отрываю. Эй-эй-эй. Я... В смысле, я два раза по нему ударил. В чем дело? Понятно. Хороший щит. Бля, проблема в том, что ты всегда прямо в центре этого мужика встаешь, скажем так. До свидания. Первый раз. Охотник охотников. Победите второго звездорожденного ночного. Стигма защиты. Проклятая стигма, черпающая свою силу из отголосков умерших противников. В умелых руках этот проклятый щит призывает таинственных фантомов, сбивающих врага с толку и отражающих входящие атаки. А, ну только щит мне за него дали, и все. Чтобы вызвать проклятый щит, который может отразить большую часть любого входящего урона, поглощая силу при использовании. А, так это парирование от щита, что ли? Скорее всего. Ну, лучше, чем вот это вот. Наверное. Нормально. Пойдет. Хозяйство пригодится. Файл Института науки. Нам нужно спасти не только оружие, но еще и Торнов, которые уклонились от выполнения своего долга. Они отказались от представленной им чести, ибо рассудок их помутился. Ой, я не понял. Очень интересно.
Я уже, короче, давно за сюжетом не слежу. Королевский дворец Орденс. Чё-то бегу куда-то. Случилось. Ага. Бегу куда-то, никаких прыжков двойных нет. Это вообще вниз куда-то идет. Ну-ка, подожди. Тут где-то такая локация была. Кусочек, который я совсем маленький открыл. Наверное, на них вставать нельзя. Но я попробую, понятно? Батлтос мне напоминает, вот, точно. Они охерели, они уже ставят по 4 врага одновременно, тебе сразу на тебя нападает. Подожди, по-моему, можно. Да, можно зацепиться. Все равно херня, бесполезно. Ну и чё, докуда? Подожди. На, туда, в конец комнаты. Пинать эту хрень. Причем вообще быстро. А чё они не замерзают? А, они типа мертвые, да, все? Эй. Так, ну и с какой цели я сюда ее приволок? Чтобы выше подняться. Прыгай, давай, 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 вниз. Я думаю, от этих гейзеров мне щит-то не поможет. Потому что они тут и снизу, и сбоку бьют, и со всех сторон. Это что? Понятно. Хера мне долбануло. Кровотечение висит. Ой, беда. О, кстати, новый моб. Хера он тут есть. В гнойниках какой-то мужчина. Что-то болтает. А он как раз вот эти гнойники раскидывает. Ах ты падла. Извеченный обжора его зовут. Да. Короче, те, которые гнойники он кидает, они лопаются быстро. Меня шарик, да, убил? Не убил. Пока не убил. Я почти восстановил весь запас аптечек. К
а просто шел куда-то. Ощущение, что игра какая-то более коридорная стала. Ну, как только появится двойной прыжок, придется все прямо обходить заново. Можно же много всего полезного найти. Да к тому же непонятно, что там с теткой и коляской. Я для нее каких-то зародышей собираю. А что с ними делать? Ну, будем надеяться, что получится собрать их все. Как говорится, gotta catch them all. Так. Тут специально такая локация, потому что на тебя вешают кровотечение, и ты не можешь адекватно прыгать из-за него. А тогда мы ставим... Чары против кровотечения. Во. Так проще будет, наверное. Они почти все, которые могли дебафы, они на меня их повесили. Электричества еще не хватает только. Заморозка уже висит. Ну и аптечек вдоволь дают. Прям вообще просто закидывают этими аптечками. Облечиться может. Аккуратно. Как-то так, наверное, надо этих ящики разбивать. Прям с перекатом каким-то. Так. Просто жесть какая-то эта локация. Но она прямая вообще. А, здесь большой этот... Всё, я понял, почему я куда-то не прошел. Там большие ворота... Их никак не открыть. О, еще какой-то новый. Мотыга. Гротескный льстец. Но забава будет не в этом, да. Забава будет в том, что надо это все дело очень быстро донести до туда. Оп. И даже это не двойной прыжок. О, сейчас этот чемодан тащить до другого конца. Это надолго. Эй, я не хочу взорваться. Подожди. А я и запрыгнуть сюда не могу. Прыжок нужен двойной. Тогда отметим вопросом. Чемодан должен остаться там на месте. Придем потом. А это насквозь можно пройти. Наконец. Просто безумие какое-то, конечно, творится. Не открывается. Две огромных локации, одна над другой. Я думал уже все, больше локаций новых не будет. И типа
Ледяная локация последняя, но нет. Нет. А, и сюда никак. А что теперь делать? Я никуда пройти без длинного прыжка не смогу. Тогда разбираемся, почему он не запрыгивает. Может, прыжка эту бомбу зашвырнуть, хотя какой смысл? Вот. Просто 2 миллиметра пододвинуть надо было. Опять начинается. Вау. Я какие дядьки, а? Тоже новые, кстати. Не видел таких. Зараженный слуга. Я так пока открою, просто чтобы было, если что, куда идти. Я думаю, вниз, пожалуй, сходим. Скорее всего, она там хотя бы немножко заканчивается. Тут эти чары сильно помогают. Открывается и ведут меня потихонечку походу вот сюда. Ну ладно, в принципе, хотя бы более-менее понятно, куда идти. Ну, в смысле, коридор прямой и без всяких. Так, а почему вот сюда можно? Отлично. Это мне все напоминает, кстати, Castlevania Symphony of the Night была, этот, как вот, часовня. Ну и башня такая же тоже была. Там, где много вот таких маленьких подъемов, и тебя на каждом просто бьют. Так. Еще выше. А, и все, сюда никак. Где мне взрывчатку тогда взять? Я, конечно, попробую с самого низа ее притащить, но я очень в этом сомневаюсь. Thank you.
Быстрей. Я успел. Чудом. Ничего себе. Ой, блин. Я не знаю. Ну, давай зайдем. Не открывается. Ну, хоть в этом. Так, подожди. Я эту дверь должен отметить. Не знаю, что это за дверь, но тут сюда нужно будет пройти. Сюда тоже никак. Я просто весь замерз. Просто слэшер какой-то начинается, реально. А, это вот они как превращаются, да? Сначала замороженная, потом она призраком становится. Ну давай. Один моб превращается в другого, и ты должен убить ее дважды. Ни конца, ни края так идти в комнатам нету. Я, короче, в библиотеке. Тоже часто такие локации встречаются. Ай-яй-яй. А что за подстава-то? Да, представляю, если бы у меня был какой-нибудь слабенький урон, что же я бы тут делал? Кстати, отметилось уже то, что эта дверь закрыта. Надо вот эти чашки тут. Ну, также по стандарту. 4 чашки. Еще лучше. Еще в другую сторону локация пошла. Подожди. Кстати, а почему ожог на лед не накладывается? Это откуда надо идти мне сейчас? Это вот это все обходить придется. Ладно, не, будем закругляться на сегодня. Просто, не знаю, локация никогда не заканчивается. Ладно, будем заканчивать. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.